дальше, про дудочки, конечно же. Шпил. Да, мы сейчас не можем по-нашему говорить, на нашем языке. Мы немножко так по-русски скажем, про волынки. В общем, я думаю, все поймут. Поехали! Пожалуйста. Следующая композиция вот специально для тебя как раз. Практически про себя. Называется «Сарочка», ну, в общем, похож. Так что про Олафа. We'll be right back.
Спасибо! Улица истории!